Всем привет, это Михаил Кабзарь, про НТВ. На канале я уже рассказывал про интерком-связь разных типов и видов. Но сегодня мы познакомимся с большим представителем связи. Это корейская компания Laon. И вот у меня на столе целый комплекс, который я развернул специально для ролика. Это серьезное решение для интеграции. Есть большое количество разных модулей. Это не все, которые есть в их списке на их сайте. Систему можно собрать абсолютно любого уровня, от парочки небольших паков до центральной станции, вызывных панелей, беспроводных белтпаков и панелей побольше. В общем, там очень много всего интересного. Сегодня я расскажу про каждый из компонентов, немного про их настройку, как все соединяется и как все прекрасно работает. Базовая станция BS1000, Beltpack BP850, вот он на зарядке, выносная антенна RA100 и панель связи GDP4. Ну и, конечно, помимо этого, две гарнитуры, один аккумулятор и вот такая вот зарядная станция для всего этого. Базовая станция BS1000 это сердце системы. Работает она с проводными, беспроводными абонентами и разными панелями связи по технологии IP, а также по обычным старым классическим интерфейсам. Есть несколько антенн, вот, допустим, две сейчас установлены прямо на этой базовой станции, но удаленных антенн можно поставить очень много. Станция поддерживает 6 внешних антенн и до 60 репитеров сигнала. Сюда можно подключить 32 панели связи или 128 одиночных белл-паков. Есть 70 полнодуплексных каналов связи и целых 5 групп абонентов. Это основные возможности устройства. Детальнее я расскажу при настройке и уже при тестировании связи. Передняя панель достаточно классическая для таких устройств. Это кнопки управления, выбор группы. Всего здесь 5 групп включение динамика станции, включение и выключение микрофона, кнопка Stage Announcement, кнопка меню и также многофункциональные ручки кнопки. Они управляют громкостью канала, навигацией по меню и вызовом группы. Также есть два экрана для индикации режима работы, разъем для микрофона гуся и разъем для гарнитуры. Задняя панель рассчитана на подключение всех возможных протоколов связи. Во-первых, это двухпроводная связь, два канала; четырехпроводная связь, четыре канала; вход и выход аудиосигнала; выход сигнала stage announcement для того, чтобы что-то крикнуть на площадке сразу всем. Далее идет служебный разъем для обновления прошивки и почти такой же для коммутации дополнительных устройств. Есть еще два разъема для синхронизации базовых станций и объединения их в вот такие кластер. Есть два разъема POE для питания дополнительных устройств, допустим, антенна или панель связи, вход питания POE, два входа питания, основной и резервный. И два разъема для подключения антенн. В данный момент антенны у меня вынесены на переднюю панель при помощи вот таких вот жестких проводов, но также их можно подключить сзади станции. Для тех, кто не работал с большими системами связи, двухпроводка, четырехпроводка, я сейчас вкратце все объясню. Двухпроводная связь, когда для соединения устройств используется, в принципе, обычный микрофонный стандартный кабель. Провод с XLR разъемом. Помимо аудиосигнала, по нему же передается и питание. Все абоненты могут сразу говорить и слышать одновременно. Такой тип еще называют Party Line. Погуглите, это очень интересно. Четырехпроводная связь, она чуть более сложная. Используются четыре провода сразу часто с теми же разъемами XLR, но схема работы подразумевает уже наличие центральной матрицы связи, которая позволяет абонентам, в общем, говорить не только друг с другом сразу одновременно, а также выбирать отдельных абонентов. Кто-то может только слушать, кто-то только говорить, и, конечно, это гораздо более гибкий прием работы. Также по четырех проводке передается управление устройствами, но, к сожалению, питание по 4-wire не передается. Начнем мы довольно с простой вещи. Это выносная антенна RA100. С ней все просто. Базовая станция может быть установлена в аппаратной или в передвижной телестанции. И вот такую антенну можно установить ближе к зоне работы, вынести ее достаточно даже на видное место, чтобы... Покрытие было отличное. Небольшой корпус из очень твердого пластика, который можно закрепить в специальном холдере. Два разъема для антенн, которые можно еще и поставить другие, более сильные. Четыре светодиода на передней панели. Это включение, предупреждение о неисправности связи, линк с базовой станцией и активность непосредственно этой антенны. Подключается антенна по витой паре. В данном случае она запитана и сигнал идет от базовой станции. Но если у вас есть коммутатор, обычный сетевой, то можно подключить питание от коммутатора либо от инжектора. Очень удобная штучка, довольно компактная и не требует никакой настройки, потому что все происходит автоматом. Ну и холдер тоже классный. У него, кстати, внизу разъем. Так называемый защищенный Ethernet, то есть это разъем нейтрик с замком и фиксацией. То есть если вы где-то поставите ант эту антенну, то у нее класс защиты достаточно, чтобы выдержать даже небольшой дождик. Очень важное замечание насчет антенны. Помните, что от правильного ее расположения зависит качество связи и даже от того, как вы повернете вот эти вот рога и куда они будут смотреть. Ставьте антенны дальше от металлических конструкций, разных сеток, других антенн и, конечно, высоковольтного оборудования, проводов, щитков, генераторов. Дальше у нас на очереди абонентский Belt Pack. Belt Pack это носимый радиоприемник-передатчик. Модель BP850, портативное устройство, обычно крепится на пояс. Здесь есть клипса, Наверху у него панелька небольшая с индикацией режимов работы, настройками. Также есть кнопка толк и группа кнопок на вот такой вот боковой панели, которые достаточно сложно нажать, если вы даже прижмете это рукой, либо где-нибудь в кармане у вас это все будет. Внизу у него у этого бельтпака контактная площадка, вот при помощи которой он сейчас заряжался в этом зарядном устройстве Крейдли, как видите, красный светодиод, но устройство уже заряжено, так что он скоро потухнет. Аккумулятор там стандартный, вот такого вот типа размера и емкость у него 2700 мАч, вполне достаточно, но если у вас вдруг что-то с аккумулятором случилось, потеряли или он сел в самый неподходящий момент, то есть вот такой вот адаптер для двух батареек формата АА которые можно вставить вот сюда вместо аккумулятора. Ну, естественно, батарейки заряжать в этом заряднике не стоит. Белтпак работает по беспроводной связи с базовой станцией, вот с этими антенками, либо с выносной антенной. Качество звука отличное, задержка, ну, очень уж маленькая. То есть это цифровая передача, конечно, есть буферизация, но, тем не менее, она минимизирована. Что это за штука, в которой заряжаются аккумуляторы и даже целые белтпаки? Это фирменное зарядное устройство от компании Laon, естественно. Называется оно Battery Charger 125. Удобный настольный корпус, питание 220 вольт, большой блок. Входит сюда 15 вольт. И этот вот девайс позволяет заряжать два типа аккумуляторов и, как видите, belt pack. Сразу, что, конечно, очень удобно, не нужно доставать аккумулятор. Работает все автономно, контроля никакого внешнего нет, то есть ни IP, ни софта, но тем не менее... Включил и забыл, на зарядку Белт Пака уходит примерно 2,5 часа при средней температуре. Далее, что это за гусь у нас стоит на столе? Это панель связи GDP4. Вообще, зачем нужны панели связи? Если у нас какое-то место стационарное, допустим, это второй режиссер, звукооператор, какой-нибудь ассистент режиссера, который сидит далеко, то ему не всегда удобно и не всегда имеет смысл носить вот такой вот belt pack. Ему нужно иногда что-то сказать. Вот такая вот панель связи прекрасная от компании Laon. Естественно, отличный микрофон гусь. Сюда также подключается вот такая вот гарнитура. И что мы здесь видим? Во-первых, питание также идет по пое. Очень удобно. Один провод для связи и для питания сверху у нас экран и четыре канала, которые мы можем подключить, настроить к базовой станции и, в общем, сделать эту самую панель либо для вызова кого-то одного, либо для того, чтобы она говорила сразу на все каналы. Микрофон гусь достаточно классическое решение, также он весьма интересный, потому что он вот вот так вот аж выдвигается и он телескопический, то есть он уже обновленный. Также здесь есть вот такая вот кнопочка мутирования. И светодиод означает, что на него подается питание, потому что он динамический. Естественно, ему нужно дополнительное напряжение, но это можно установить в настройках станции. Если вам неудобно работать с таким вот гусем, то опять же можно подключить сюда вот такую гарнитуру или любую другую. Есть модели полегче, есть модели с двумя ушами. Это выбирать вам под вашу задачу. И теперь перейдем как раз к гарнитуре, при помощи чего удаленные наши абоненты будут слышать и говорить. В данном случае это достаточно простая модель, ну как простая, она профессиональная. LMH125D. Одно ухо в данном случае закрытое и второго уха у нас нет. Очень удобная конструкция, очень мягкая, и в ней можно работать хоть несколько смен, хотя, конечно, работать всегда лучше одну смену. Микрофон тоже хороший, он не очень такой чувствительный в том плане, что не захватывает остальные звуки, но он как раз настроен на частоту голоса. Вот эта душка микрофона, она двигается, можно поближе, можно подальше ее отодвинуть. В общем, очень удобная конструкция. Что касается разъема, здесь он... Достаточно интересный. Это High rose И здесь сразу 6 пинов. То есть достать такой разъем довольно проблематично. Но опять же на Laon есть гарантия. И High rose разъемы они славятся тем, что практически неубиваемые. Как например BNC. Разобрались с компонентами. Теперь посмотрим как у меня что подключено. В общем здесь все достаточно просто. На сайте Laon есть инструкции. Очень неплохие. И... Даже без инструкции, конечно, не стоит так делать, потому что перепутать разъемы и пожечь какое-то оборудование – это очень дорого. Итак, базовая станция и антенна соединяются кабелем типа витая пара. Рекомендуют брать экранированный кабель какой-нибудь шестой категории или там 5+. Но, в общем, обычная витая пара тоже подходит. Здесь у нас используется разъем Daisy Chain Line 1. И здесь у нас просто один разъем LAN и все. Далее, вот эта вот панель, она также подключена по POE и используется Line 2 того же выхода Daisy Chain. Опять же, здесь передается питание на вот эту панель и сигнал, естественно, и управление от базовой станции. Далее, Belt Pack, он у нас подключен по беспроводному каналу. Как видите, исполнение у него замечательное, потому что антенна снаружи не торчит, и она где-то вот здесь вот проведена. Давайте его включим. Необходимо поддержать кнопку Power. Тут же нам девушка в нашей гарнитуре сказала, что все включено. Это очень удобно, что есть голосовые подсказки. Раз, два, три, четыре, пять. Пока что ничего не слышно. Наверху у нас маленький экран. На котором отображаются режимы работы, можно выбрать группу, можно громкость наушника отрегулировать микрофона, в общем, все что угодно, и главная кнопка Толк сверху. Когда мы на нее э, нажимаем, то я говорю в эфир. Но опять же на свою группу. Э, допустим, если у меня здесь, э, э, если у меня здесь на баллпаке группа 1 настроена, а на вызывной панели группа 2 только, то я туда ничего не могу сказать. Но если здесь на вызывной панели нажать а, группу 1, то я это услышу. Но ну, также и на базовой станции целых 5 групп, какую бы кнопку я ни нажал, я скажу в какую-то отдельную группу. Но, опять же, устройство можно а, настроить так, что, а, допустим, этот Bellpack Pack будет работать сразу в 5 группах. Это, опять же, для а, какого-то ответственного работника, которому надо сразу со всеми разговаривать. Чуть попозже я подключу компьютер. Есть очень удобный софт для настройки вот той самой матричной связи, для того, чтобы не лазить в настройках на каждом устройстве. Там можно, как я уже говорил, настроить разные группы абонентов, кто говорит, кто слушает, кто может вызвать. Очень-очень все гибко и интересно. Для примера работы давайте я, наверное, поработаю вот с этой панелью. На базовой станции я нажал кнопку ⁇ Спикер ⁇ и теперь я опять вызову нашу базовую станцию. На канал 1 нажму. Раз, 2, 3, 4, 5. Вот так вот все работает. Теперь в другую сторону. Я нажал на базовой станции группу 1. Группа 1 это у меня панель 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так вот все работает. Теперь я отключу группу 1 здесь и включу группу 2. Это у нас Beltpack как раз. Поговорю микрофон 1, 2, 3, 4, 5. Очень важно настроить уровни оптимальные. Вот в данном случае громкость у меня стояла всего лишь 2. И сейчас девушка сказала максимум. Давайте еще раз попробую. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Замечательно все работает. Очень высокое качество связи, потому что это настоящий полноценный IP-центр, в данном случае вот эта вот базовая станция, которая раскидывает, по сути, цифровые потоки по разным абонентам и кодирует в ip Голос с очень хорошим кодеком, очень качественным. Конечно, музыку по нему слушать, по этому кодеку, по этому протоколу не очень хорошо. Но для связи это идеально, потому что связь дуплексная, связь двусторонняя и очень гибко настраивается. Давайте перейдем к софту, который может управлять нашей системой. И это, естественно, гораздо проще и удобнее, чем нажимать все на базовой станции, на панелях, на белтпаке. Все управляется с компьютера. Софт такой непритязательный, так скажем, но тем не менее достаточно функциональный. У меня уже есть z 1 вот о чем я говорил. Это тест 0.1 XML. И здесь видно нашу базовую станцию BS1000. Справа сразу появляются параметры. И вот она базовая станция. RA100 это у нас удаленная антенна. И панель 0.6 вот это вот панелька GDP4. Все они залинкованы, как видите. Желтая подсветка означает, что они <свят> спарены <свят> по-английски. да, То есть при присоединены друг к другу. Мы можем посмотреть здесь настройки, понажимать разные группы, чтобы отправлять разные источники разным получателям. В общем, это все тонкие настройки, достаточно их здесь очень-очень много. Ray 100 примерно то же самое, только это больше связано с беспроводной сетью, но выносная антенна, казалось бы, но настроек здесь тоже довольно много, то есть можно поставить усиление поменьше, побольше антенны и все остальное панель у нас в общем-то тоже настраивается довольно широко line fit можно сделать установить айпишник прочие параметры сети в общем довольно много здесь параметров всяких настройки посыла отправки и перейдем теперь в мониторинг rf rf это беспроводные каналы как я уже говорил, что вот эта вот станция базовая и большая часть компонентов, ну то есть, допустим, антенна, болтпак, они работают на частоте 2.4 и 5 ГГц. Давайте посмотрим, начнем с получения статуса. Можно сделать автоматически, можно ручной. Проверим, да, у нас все подключилось моментально. Очень здорово, здесь нет параметров, это просто такой мониторинг в общем состоянии. Далее Belt Пака здесь нет, потому что он как отдельное устройство и по сути настройка вся внутри в нем. Давайте посмотрим на Belt Pack, мониторинг ID 001 ну, и в общем все остальное подсоединен он к базовой станции. Я, конечно же, не буду рассказывать про все возможные настройки, потому что система у нас уже готовая для работы. Единственное, что если вам потребуется подкрутить какие-то каналы, уровень громкости, что-то еще, то это можно сделать прямо с панелей. Ну и если вам нужно создать специальную сеть, допустим, несколько групп абонентов, опять же, кто-то говорит, кто-то слушает, у кого-то микрофон выключен, у кого-то включен, кто-то говорит всем, кто-то говорит отдельным только группам, то это здесь можно без проблем сделать и опять же сохранить вашу конфигурацию. Давайте я назову ее тест 002. Все отлично. И также у меня здесь есть другие уже преднастройки. Вот давайте посмотрим. По сути то же самое, только базовая станция, удаленная вот эта вот антенна. И сразу 7 панелей. Вот шестая у меня должна быть активная. Да, она и так присоединена. Но если я обновлю, допустим, пятую, то она потребует соединение, опять же, потому что ее сейчас нет в сети. Но для разных сетапов, естественно, нужны разные настройки, разное количество панелей, белпаков и всего остального. Итак, подведем итог. Система связи Laon очень гибкая, достаточно простая в настройке. Также у нее отличное качество звука и практически бесконечная дальность работы, потому что есть беспроводные блоки, можно что-то прокинуть по обычной сети и, естественно, по интернету. Оборудование работает на частоте 2.4 и 5 ГГц, а это означает, что лицензия на данные частоты практически нигде не требуется. И даже на старом Wi-Fi 2.4 работают достаточно много каналов связи, ну а на пятерке еще больше. Для настройки интерком-системы есть софт, который я показал, это Genie Configuration Manager, который позволяет вам достаточно быстро и просто настроить вашу конфигурацию, сохранить ее и переключать тоже очень быстро на разных площадках для разных задач по мере вашей необходимости. Так что пользуйтесь хорошей связью, прокачивайте свои сетапы и улучшайте качество ваших эфиров. На сегодня это все. Следите за каналом ProLand TV. Впереди очень много интересного очень-очень много интересного, без спойлеров пока. Также заходите на наш канал в Телеграме, это ProLand. Там есть новости, анонсы, опять же, ролики туда пока не выкладываются, эфиров там нет, но все это будет. Не болейте, скоро лето, с вами был Михаил Кобзарь, всем пока.